И вот в обзоре у нас также то, чего мы до этого ни разу не делали. Вот ни разу. Не пили вообще практически никогда, можно сказать. Заведомо дрянь? Это как, кого мы обманываем? Ну, в общем, томатное пиво, томатное. В этом смысле. В магазине можно уже вполне себе купить. На ритейл пришел вот Таркос. А это, вот, кстати, Таркос, интересно, оно считается крафтовой пивоварней? Либо это считается, ну, мейнстрим просто с уклоном в крафт, так скажем. Не знаю. Ну, крафт или не крафт, это тоже по объемам, наверное, судить. По объемам. Ну, вот этот объем, который уже входит в ритейлы, то есть уже достаточно массовый. Горшочек, не вари! Я заведомо себе наливаю очень мало, потому что у меня не вызывает доверия ни бутылка, ни магазин, в котором я это купила, ни содержимое любых бутылок этой пивоварни. Количество градусов. А количество градусов я даже не знаю. 4-0. Маловато. Ой, ну это что такое? Это для кого? Это для детей? Освежающее. Освежающее, да, вместо сока. О, боже мой. Заебать! Вот, томатное от Таркос. Пахнет, кстати, просто томатным соком. Да. Ну, в принципе, я как бы считаю, что минералка с томатным соком. Блевотина ассоциируется с группой тараканы. Давай дальше. А, типа все, типа? Что? Я могу еще сказать? Ну, оценку хотя бы. Нет, хорошо, я могу тебя разжевать, короче. Смотри, есть уже, ну, дохренище пивоварен с дохренищей сортов томатного газе, которые имеют право на существование. Зачем до сих пор волочить вот это существование, я понятия не имею. Они для кого это делают? Это для вот... массового потребителя, чтобы вход в ритейлы, чтобы все могли попробовать. Но почему массовый потребитель должен пить, ну, гадость, если он, ну, а не нормальное томатное газе? Ну, мы, хорошо, вот ты, например, с какого томатного газе начал свое знакомство вообще с этим? Ну, скорее всего, это Салденс. Который придумали, они как бы якобы придумали томатное газе на основе мичелады. Ну, мичелада была, вот это мексиканский напиток традиционный. You have like extra left over, but it's better to have like another beer and just refill it than just to keep making them. There's your michelada. Который, скорее всего, мы блеванем, если попробуем. Я прям уверена. Я видела видео, как делают настоящую прям мичеладу. Ну, там такое количество ингредиентов, и они настолько на наш, наверное, ну, такой русский вкус несовместимы между собой, что это просто выглядит еще мерзко. У крафта много всяких таких вариантов. Вот, много, да, но прям фу. Но Салденс действительно адаптировали это под нашего потребителя и сделали это очень круто, ну, в свое время, потому что сейчас, ну, действительно, очень многие считают, что Салденс испортилась как пивоварня. Ну, честно говоря, я тоже могу... пытается войти на массовый рынок. Могу согласиться, что испортилось. Раньше было интереснее и повкуснее. Ну и плюс у них такая появилась огромная конкурентная база, потому что, ну, вообще все стали варить томатки, и все пытаются как-то вообще изъебнуться и напихать туда и там что угодно, вообще и всяких там базиликов, там сделать ядрёнее, чем у других, там, да, там с помощью перцев и так далее. Маша Берн пробовала? Нет. Была такая маленькая баночка, ну, 100-граммовая, наверное, такой стопарик. Маша Берн называется. Как-то даже страшновато. Не, я просто не... Ну, я остро это не особенно любитель. Вот, поэтому я, наверное... А ты вообще веришь, что это Салденс вообще внесли в нашу жизнь
томатное. Слушай, я могу это, в это поверить, хотя бы потому, что я тоже начинала с него. То есть я увидела это в, на витрине, офигела, и сразу, естественно, захотелось попробовать, потому что ну, доселе ничего овощного в пиве я не наблюдала нигде. А я томат. Но зачем вот это до сих пор на прилавках магазинов стоит, я не понимаю, потому что, блин, кто... Я понимаю, что там, раз уж выпускаю, значит, кто-то это берет, но кто это берет? Кто? Кто? Эти люди, покажитесь, как это можно пить? Я даже еще один глоток сделаю, но можно мне запить охотой крепкой? Вот это поворот! Ну, слушай, ну, я здесь бы не стал бы спорить, потому что на вкус и цвет... называется, все фломастеры разные, но... Ну, я томатная... уверена, что если облизать Дмитрия Спирина, будет такой же вкус, как у этого пива. Это просто, ну, рыгнул кто-то, мы только что это попили, Юра. Ну, хорошо, ну, поставь ему оценку, поставь, поставь, пусть все слышат. Как ты... Ну, это кол. На второй год оставляю эту пивоварню. Ну, поди ж ты. Ну, я вот, не знаю, 3,5 бы поставил, хотя бы в силу того, что, ну, зашел в любой там какой-нибудь там рыганый магазин, там, ритейл, и, ну, захотел что-то взять, так, ну, взял. Томаточка такая невыразительная, соленая. Соленая, спасибо, соли положили. Не сыпь мне соль на раны. У меня ассоциация здесь с группой Bloodhound Gang, наверное. Тоже потому что, ну, то вот какая-то мерзость, да, сейчас должна быть. И все, то есть никакой мерзости сейчас не последует? Да. Про пельмени, там, вот это все, то есть не будет, да, вот это вот Bloodhound Gang еще, они же такие провокационные. Blood, ну, как красная, да, все, видишь? Все сходится, то есть как бы вполне себе... Нормально ты подстроил, конечно. Ну окей, окей. Попьем еще томатку, которая... Нормально. Которая не будет кто-то вот, вот это вот колы ставить. Не факт, вообще глянем. Так, это у нас опять self-made. Self-made московские чуваки, и я им всегда, кстати, доверял, но иногда они, кстати, иногда они халявят. Шершавенькая, приятно очень трогать. А, здесь у нас 5,6. Стоит это у нас 300 рублей, на секундочку. А, и мне почему-то кажется, еще даже не открыли, что оно будет такое густое. Ну, в общем, не как у Салденса, да, то есть прям, ну, такое процеженное. Вот, а что оно будет именно густым? Я, кстати, такое не очень люблю. Я не люблю томатный сок вообще. В принципе. Ну, вообще, я не пью томатный сок, я не люблю его. Но я люблю томатное газе, но некоторое. Вот некоторое. Вот сейчас глянем, что это такое. Ну, ты как обратил внимание, здесь вот уже написано BBQ. То есть это копченое томатное. Мне послышалось бэйби-кью. Это тоже для детей. Ну, действительно, это просто как ну на томатный сок похоже такой с мякотью. Он прям такой, да, густой, как я и думала. Пахнет круто, пахнет круто. Пахнет прям вот помидоры в блендере сделали, и туда эти специи насыпали. А я бы сказал, кетчуп рич для барбекю. Он тоже хороший. А, он хороший, да? Неплохой. Ну, ладненько. По акции можно взять. Это не помидор-убийца, у него нет никаких зубов. Копченые томаты. Да, копченые томаты. Но вот я такое не очень люблю, то есть, ну, то есть я могу допить это все. Но я понимаю, что вот это имеет право на существование, в отличие от предыдущего экспоната. Ну, чисто томатный сок. Только еще и прикопченый, вот это вот какие-то вот штуки. Вот бы сюда бы водочки. Ну зачем? Ледика и кровавая Мэри. Вот водочка уже есть. А сколько? Что там? 5,6. Да ну брось ты, что там есть. Маловато, вот да? Это еще водочки бы. Мальчик, ты не понял. Водочки нам принеси. Мы домой летим. А вообще, на самом деле, в этих
экспериментах, которые позволяют себе всякие mm-hmm. крафтовые компании, существует еще и вот такая вот газеха, например, как бы, которые умудряются замиксовать, типа, а-ля эль-пиво, или как там, что это эль-пиво? Это, не типа, суп. Я не знаю, суп, даже рассольник, не читала. Рассольник. Рассольник. Фу, рассольник. Не хочу, не хочу. Ну, придется, да? Или опять за лайки. Ну, охоты запьем просто, все, давай. Попадешь к вам в дом, научишься есть всякую гадость. Плотненько. Оно вот желтого цвета такого, как бы, как... Желтого, как пиво. Обычное. Как обычное, нормальное пиво? Мужицкое. Мужицкое. Вот, ну, это больше. Суп. И надо просто сказать, что... Петрушка компания. Написано. Угу. Петрушка. Хопхед у нас это делает. И сколько здесь, мне просто интересно. 6%. Ну, глянем. Да, они делают этих супы по огромную линейку. Там и харчо, и грибной, что-то и с сыром. Но могу сказать, что, как по мне, то это обычная томатка, которую мы уже попробовали одну и вторую. Угу. Одну, скажем так, здорового человека, другую курильщика. Угу. Вот, а это эксперимент, то есть суп. Что это? Гадость, ужас. Терпи что? Что это, из лягушек, что ли? Пахнет едва томаткой. Фу, нет. Я даже не могу произнести вслух, чем это пахнет, потому что я культурная, воспитанная женщина. Боже мой, это просто невозможно. Рассольник. Гайка. Шайба еще. Ой, а у меня болт. О, так ладно, я это сделаю. Петрушечки не хватает. Вот, у них огромная линейка, и смысл в чем? Это обычная томатка с добавлением кубика от разного вкуса. Вкус. Господи, какая-то мерзость. Боже мой. Все выключать. Как я уже говорил, я приготовил сегодня несколько смесей. Кто скажет, что же за зелье это могут быть? Это банка 0,33 стоит, как яйцо Фаберже. О, боже мой, это для извращенцев, я не знаю, для кого. Тут, допустим, вот эта петрушка, а там есть, допустим, с грибами тебе. Или там, допустим, харчо, или там хашлама. Я даже не знаю, что из этой мерзости смогла бы меня удовлетворить хотя бы на оценку единицы. Потому что, скорее всего, это все одна херня, короче, которую льют из одного чана и добавляют туда просто соответствующие специи, ну там, что там есть там. И потому это, вероятно, самое опасное зелье в этой комнате. Туда прям вот реально налили рассола из-под помидоров или огурцов, скорее всего. Вот это, я даже чувствую эту перловую кашу, эту мерзость, которая, блин, мне знаешь, с чем ассоциируется? Вот меня в лагерь отправили, когда маленькая была, впервые. А я тогда готом была, знаешь, ну, в общем, очень сложно было все это. И там вот кормили... Нам давали стакан молока на полдник. И огурец соленый. И огурцы соленые, нарезанные. И мы знали, что на следующий день будет рассольник, потому что все вот это не доедали, они все это в один чан и варили рассольник. А если ты его не ешь, то есть ты просто будешь голодный, то есть ты вообще ничего не будешь есть. Мы там пытались там что-то там выковырить, короче, как-то это... Блин, у меня прям реально ассоциируется это вот прям с лагерем. А ну-ка, ребята, дружно покажем. 3, 4. А знаешь, что я там слушал? Это приходил слушать. Я мне готу угу. на секунду. Это будет ассоциация. Этот трек и будет ассоциация. Вообще максимально, блин. У нас еще такой же тошнотный. Это диджей Дождик. Почему же? Дождик капает по лужам. Почему же дождик капает по лужам? Я иду по этим лужам. Может, я кому-то нужен? Ветер дует спину мне. Ты забыла обо мне. Боже мой, его там крутили бесконечное количество раз, просто вообще целыми днями, вообще на дискотеке там и так далее. Вот, и все время вот этот и рассольник этот, боже, фу, это просто омерзительно. Это кал. Как кал? Это не кал, это рассольник. Нет, это кал. Вот, суп.
Суп из семи залуп, Юра. Три огурца покрошены, блин, пять так брошено, фу. Допивать ну, будешь, серьезно? Вот тебе понравилось? Вот скажи. Да, ну рассол. Ну рассол, ну вкусно, рассол, тебе вкусно вещь. Его пить? Секундочку, смотри. Это рассол. Утром ты просыпаешься, буду унищивать. У тебя маленькая баночка 0,33 с рассолом, который еще 6 оборотов. Раз и на работу пошел законы то есть, издавать. То есть можно было бы просто взять открытую 3-литровую банку нормальных домашних огурцов, там взятых, изъятых и там из бабушкиного чулана. Нет, блин, ты за цену яиц Фаберже покупаешь себе вот эту баночку. Любой чиновник тебе скажет, что нет ничего лучше, чтобы утром пойти на работу и издавать законы. Серьезно тебе говорю, по-любому. Я-то думала, что на сегодняшних съемках самое страшное со мной случится, когда я буду пить охоту. Но оказалось, что это вот это. Вот это вот маленькая такая, маленькая, но настоящая гадость. Вот здесь... Еще чувак нарисован такой, который вот прям олицетворяет это пиво. Ну хорошо, я ставлю оценку, если кому-то вообще интересно, какая у меня может быть оценка вот этого всего дела. Это похмельная такая, типа, тема для утра. Понятное дело, пятерки это, конечно, не будет. Ну, тем более, мне тут уже сомнения вводят. То есть ты ведомый, да, короче, я тебя надавила. Я чувствую, здесь собрались люди скептического нрава, посему вернемся к трапезе. Ну, хорошо. Ну, в общем, 4. А 4 это, как всегда, та цифра, та оценка, которую умеет это повторять. Можно повторять. И это похмельная штука. Вот с утра выпил и пошел. Но только если законы сдавать. Опять же, 10 банок за вечер. Я бы, конечно, не стал бы. Хрена ты масштабами мыслишь вообще. А 10 банок с утра стал бы.